С наступлением холодов одним из главных атрибутов женского гардероба становится шуба. Такая красивая, модная и, естественно, теплая. При этом хочется, чтобы цены были доступные. Выставка-продажа «Союз меха» представляет всем гостям и жителям Уральска самые роскошные модели меховых изделий на любой вкус. Зима не за горами. Чтобы в первые снежные морозные дни выглядеть непревзойденно, необходимо задуматься о приобретении новой шубки. Возможно, при таком широчайшем ассортименте сделать это будет непросто. Но поверьте, с пустыми руками вы навряд ли уйдете. Опытные консультанты помогут вам сделать покупку. На выставке «Союз меха» вы найдете огромный выбор самых разных моделей и не менее широкий размерный ряд как для женщин, так и для мужчин. У нас новое поступление шуб из австралийской овчины. Разные размеры, разные модели. Австралийская овчина отличается своим мягким шелковистым мехом. В то же время она морозостойкая, выдерживает до минус 35 градусов мороза. Немаловажным фактором при выборе мехового изделия является ее цена. Специально для своих покупателей «Союз меха» подготовил рассрочку до 2 лет. Также на выставке действует гибкая система скидок до 50%. Среди огромного выбора меховых изделий вы сможете найти шубы из норки, мутона, лисы и пушнины. Я выбрала здесь для себя красивую шубу. Мне понравился весь ассортимент. Есть из чего выбирать. Главные цены вполне приемлемые. Каждый может найти что-то под свой кошелек. Сотни изделий от 42 до 72 размера, всевозможных цветов и оттенков. Выставка организована в торговом доме «Квант» по улице Сыромадатова, 28/2. Юлия Мутылова, Талгат Муратбаев, Алтынбек Кабделов, телеканал «Акжейк».